что ж происходит-то? Да и вот так. О, да, шикарно! Получает Прима. Да! Какая огромная курица! Она клюет всех! Её, смотри, смотри, она здесь. Так. О, боже мой, я плыву! О, нет. Ладно, аккуратнее. Давай. Всем привет, котята, я кошка Лана. И кажется, мы с вами стали забывать, как выглядят настоящие симуляторы. Все эти симуляторы жвачки, симуляторы пчел, симуляторы популярности и прочие нам научили нас тому, что мы должны бегать с помощью квадратных питомцев, собирать монетки. Но нет, котята, нет. Это работает не так. Настоящий симулятор — это там, где ты влезаешь в шкуру того... А, что? Подожди, Лео! Так, котят, мы с Лео решили поиграть в симулятор курды. Я не понимаю, почему Лео такая маленькая курочка. Привет, Лана. Привет. Ну что, Лео, тебе нужно съесть много-много зерен, я думаю. А тут, кстати, вроде не только зерна, тут вообще много всего валялось. По-моему, здесь пастилой кормили кур. Да-да-да, Лео, тебе нужно охотиться на кукурузины. Вон, я вижу кукурузину, беги к ней, беги, я защищу тебя. Вот она, хватай ее, хватай, ешь дальше, вот. Я бегу, я здесь, о, да, отлично. Шикарно, супер. Да, за нее тебе дают целых 10 роста, и ты увеличиваешься. Да, так, здорово. Ой, тут еще какая-то желтая курица очень большая прыгает. А почему она летает? Лео, куры умеют летать! Ну да, а ты не знала, что ли? Этот симулятор летающий кур, Лана. Я думала, они только немножечко парят в воздухе, а оказывается, они тут прям могут устраивать какие-то перелеты. Ну да, да, все верно. Сейчас нас еще покормят. Лео, ешь, тебе нужно хорошо питаться. Лана, ты знаешь, это тот симулятор, еще такие старые симуляторы, олдскульные, где нужно каждый раз нажимать на кнопку, чтобы клюнуть, потому что в новых симуляторах ты теперь можешь просто нажать кнопку, и оно будет само делаться. Ну да, ну а еще здесь проблема в том, что ты можешь клюнуть, и клюнуть не там, где лежит эта штучка, и она не соберется, а кто-нибудь другой, более хитрый, ее соберет. Да, я только что так парня какого-то заклевал. Совсем заклевал? Ну да. Он был маленький, бедный Лана. Бедный парень. Да, бедный парень. Извини меня, старина, если ты смотришь это видео, то прости, я не хотел тебя заклевывать. Я хотел пастилу. Да. Но это какой-то специальный корм. А еще, тут в озере жила лягушка. И я хочу проверить, можно ли ее склевать. Идешь со мной? А разве куры едят лягушек, Лана? Не знаю, но эта лягушка очень-очень аппетитная. Она такая зелененькая. Я думаю, что, может быть, стоит ее все-таки попробовать. Да-да-да, я здесь, Лана, я уже у пруда. А, вот ты, да, ты привет. Уже здесь. Хорошо, привет. Так, я иду к тебе, лягушка, Лео. Смотри, она здесь. Так. О, боже мой, я плыву! Не знаю, ладно, может быть, куры так плавают. Котят, напишите, пожалуйста, как плавают куры, но мне кажется, что вряд ли они плавают так. Ладно, я здесь ради лягушки. Здравствуй, лягушка. Лягушка! Лео, я не могу к ней подойти. Я так, пытаюсь ты уже клюешь. Клюнуть, ладно, да, но, по-моему, не получается. Какая-то антиклевательная лягушка. Так, подожди, отойди, а то я сейчас тебя склюю. Так, парень, уходи. Уходи, я слишком большая курица. Я хочу попробовать лягушку, а не вас. Так, вот... Ага, нет, я случайно клюнула этого парня. Прости меня, прости, парень. Но лягушка не склевывается, нет. Ну так я и знала, ладно, пойдем есть зерна. Или клубничку. Лео, где мы? Мы среди кукурузы, но эта кукуруза не дает нам по 10 роста, как другая кукуруза. Это какая-то такая странная кукуруза, похожая на... Лео, по-моему, это коробочки из-под киндер-сюрприза. Да, ладно, я сразу об этом подумал. Я вообще не понимаю, почему ты считаешь, что это кукуруза. Это вообще не похоже на кукурузу. Кукуруза не так выглядит. Это коробочки из киндер-сюрпризов, пустые. Они просто, не знаю, сверху какой-то парень сидит, открывает, вытаскивает оттуда мозаики всякие и выбрасывает их. Или, Лео, эти коробочки растут на кукурузе. Да, то есть если... Да. Если мы сейчас пойдем в магазин, купим там киндер-сюрприз, достанем оттуда, то это все будет... С кукурузой, что ли? Ну да, или мы лучше купим кукурузу и сразу получим кучу коробочек из-под киндер-сюрпризов. Ладно, пошли на поле с помидорами, потому что мы почему-то тут бегаем все вокруг этого фермера, этих огромных кур. Посмотри, как он откормил эту желтую курицу. Какая огромная курица, она же была только что поменьше. А, я боюсь ее! Лео, просто гигантская. Размером с фермера просто с фермера. Ладно, пытайся тебя заклевать, убегай быстрее от нее, убегай. Я пытаюсь! Она клюет всех, это курица, которая хочет сама стать фермером. Она говорит, посмотрите, может, сэр.
Посмотрите, что я умею, я однажды стану как вы и тоже буду кормить кур. Лео, мне кажется, именно так она и набрала себе роста. Она клюет других кур и отбирает их жизненную силу. Это курица-вампир. То есть, если мы будем тоже курицами-вампирами, то мы быстрее вырастем, может быть, стоит, Лана? Думаешь? Не знаю. Ну, хочешь, я попробую тебя склевать? Не знаю, ну попробуй. Ты правда хочешь, чтобы я тебя склевал? А еще, Лео, по-моему, это клубничка все-таки, а не помидоры. Или на кустах помидоры... А падает клубника! Или это на кустах помидоров растет клубника? Ладно, это кто-то заменил все помидоры на клубнику. Да, это очень странная вселенная. Тут, может быть, теперь я думаю, что и правда кукурузы на самом деле не, на кукурузе не растут эти коробочки. Да, yeah. Наверняка, Лана. Скорее всего, нет. Скорее всего, на кукурузе растет клубника. Ой, я кого-то склюнула случайно. Я даже не знаю, знаешь, нужно аккуратненько так клевать. Лана, да. Да. Ой, это... я кого-то совсем склевала! Лана, ты склевал подписчика. Только что склевал подписчика. Прости, пожалуйста, если ты смотришь это видео, я не хотела, я случайно тебя склевала. Прости. Надеюсь, ты простишь меня. Мяу. Ладно, этот парень пытался склевать меня, пока я просто так стоял. Он убегает за ворота. Гонись за ним, быстрее. А, вот вы где? Я думаю, что у вас там происходит. И подписчик снова ожил, и теперь он, по-моему, за вами бежит. Лео, беги за ним, беги. Отлично, этот, ладно, тут другой парень подбежал меня клевать. Я пока пытался достать этого чувака, этот меня теперь клюет. О, нет! О, нет! О, нет! Этот парень так, всех я должна, склевал. Я должна отомстить. Так, а ну-ка иди сюда, я не знаю, кто ты, но я тебя склюю. Ты склевал моего друга, и ты так просто не отвертишься. Так, аккуратненько, сейчас его склюю. Сейчас, Лео, я мщу за тебя. Так, вот в пятку. Так, какой он шустрый, Лео, ты где? Я все еще не могу отомстить за тебя. Я пытаюсь, Лана, убежать от огромного парня, понимаешь? Я пытаюсь склевать одного маленького серого чувака, за мной бежит огромная вот эта вот фермерская курица. О, да, отлично, что я в безопасной зоне. Все, не поймаешь меня, мистер курица. О, да, я склевала, ой, я опять клюнула подписчика случайно. Извини, не буду тебя больше клевать, прости, пожалуйста. Но я отомстила за тебя, Лео, да, отлично. Так, и по-моему, мы правда таким образом растем. Я вижу кукурузинку, здорово, сейчас я подрасту аж на 10 делений, отлично. Так, ты где? Нам надо держаться вместе, я большая курица, я тебя защищу. Я рядом с тобой, по-моему, это ты, да, привет. О, привет, да, привет, отлично. Ладно, этот фермер, ему не нужно там куда-нибудь отойти, там поесть, я не знаю, или поспать, он здесь постоянно стоит и выбрасывает у себя это пастилу. Откуда у него столько пастилы и почему он никогда не уходит? Лео, а ты не думаешь, что это робот? Робот-фермер? Да, как пугало, только робот. Ой, по-моему, кто-то за мной бежит. Лео, меня хотят стукнуть. Беги ко мне, беги ко мне, я сейчас спасу тебя. Так, о, смотри, подписчик помогает. Подписчика. О, нет, только так, нет, не клюй меня, ладно, аккуратно. Это тот парень, который склевал меня тогда, так давай клевать его, клюем. Это он? Да, это здоровый. Клюем его, клюем. Ладно, сейчас опять нас клюет, кажется, все. Нет. Он убегает от нас. Он понял, что... Но мы должны его доклевать. О, да, шикарно. Получай, стрима. Да, отлично. Ты его склевал, получается, да? Да. Отлично. Поздравляю тебя. Склевал такого здорового. Ладно, слушай, можно я с тобой рядом встану и посмотрю? А, вот этот парень, кстати, бежит опять серый. Вот этот? Он клюет всех, когда они стоят. Да, клюй его. Прости, Лана, я склевал тебя. А, это ты меня? Ну ладно, если ты, то не страшно. Это я тебя склевал, да. Хорошо, тебе я разрешаю меня склевывать, потому что, ну, так ты прокачиваешься. Да. Господи, это огромная желтая курица здесь. Там еще какой-то фиолетовый парень появился. А! За мной опять кто-то охотится. Лео, по-моему, эта игра начала. Да что ж, а что ж происходит-то? По-моему, эта игра начала быть очень Лана, агрессивной. Ладно, тот здоровяк, которого я склевал. Да? Нет, Лео, аккуратно. Так, давайте-ка нападем на него, Ага, он пытается скрыться от меня в безопасную зону. Нет, курица, тебе не удастся тебе так сделать. Ладно, беги в курятник. Этого парня уже не догнать, он слишком шустрый. И он принял какую-то сыворотку скорости. Возможно. Сейчас, подожди, кукурузку съем. О, нет, за мной гонится огромная курица, пожалуйста. И этого парня тоже съем. О, нет. Ладно, меня заклевали прямо в курятнике, да. Тебя съела огромная курица? Да, в курятнике. О, нет, прости, что я тебя не защитила. Прости, сейчас я съем еще вот эту кукурузку. И, где ты, Лео? Я здесь, отлично, привет. Все, пойдем вместе, пойдем. У нас тут куриная какая-то банда прям. Да, у нас такая троица куриная. Yeah. Ты наш босс, я такой парень, который всегда следит за тем, чтобы был порядок, а это такой новичок в нашей банде. Ой, нет, ладно, здоровая курица, возвращайте. Как? Зачем они обижают маленьких вообще? Вот это, я не смогу с ним справиться. Но если мы, конечно, чтобы стать еще больше. Все втроем на него нападем, но тогда мы можем просто переклевать друг друга. Ладно, беги быстрее сюда, я нашел яйцо, которое дает 50 за клевок. Быстрее беги сюда, все где беги оно? Сюда, вся банда, быстрее сюда, за сено.
Вот она. За сено? Да, все за сено. Ребят, все за сено. Яйцо! Клю его. Отойди, ты тебя клюю. Ладно, я случайно, я склевал его случайно. Я не знал, что его нужно клевать всего дважды. Ничего, Лео, а все равно это классно. А покажи, ты сильно вырос? Да, смотри, ты хорошо так подрос, наверное, уже. Да, неплохо. Ладно, а куры должны клевать яйца? По-моему, вроде как яйца и куры — это друзья. Вроде даже родственники. Ну да. Но, я не знаю, может, это какое-то специальное яйцо, которое растет на деревьях, там, я не знаю, или типа того. Так, вот этот парень хотел взять кукурузку. А еще, по-моему, мы с ним враги или да, не ладно, с ним? Ладно, это он, наш соперник. Посмотри, он побежал в безопасную зону, он знает. Давай клевать его, клевать! Но он первый на нас напал, ребят. Мы ни на кого не нападали. Ну, я случайно склевала подписчика, но это было в целях самозащиты. Да. А теперь мы сейчас должны заклевать его. Этот парень заклевал маленького! Не клюй маленького, не клюй! О нет, о нет, мы в безопасной зоне. Теперь никто никого не заклюет. А смотри, как он смеется. Он смеется и такой говорит: ладно, он клюет нашего парня. Быстрее, нужно. Смел вообще! Ах ты! Все, мы будем теперь за ним следить. Он трус, ладно. Не дадим ему спуску. Этот парень трус. Да! Да, стоишь в безопасной зоне, да? Думаешь, что тебе так все легко будет, такая, а я тебе все. Давай выпихаем его отсюда. Его можно. Да, давай, толкаем его. Все, парень. Ты не с теми связался. Связался не с той бандой, куда-то он улетел. Посмотрел, улетел. Преследуй его. Не скроешься, ты от нас не скроешься, ты думаешь, что ты такой большой и серый, да, нас трое, мы тебя победим. Жалко, что здесь нельзя клеваться, зачем они вообще придумали эту безопасную зону? Чтобы никого не склевало. Ладно, Лео, пойдем зерен, что ли, поедим. А еще вот тот парень в курятнике, ладно, он тоже не очень, он никого не пускает туда, в этот курятник, возможно, нам стоит вернуться туда и склевать его. Думаешь, мы сможем его склевать? Не знаю, ну, втроем, может быть, даже и сможем. Давай попробуем, если что, ничего страшного, я думаю, вернемся в безопасную зону. Здравствуйте, мистер Желтая Курица, мы идем в ваш курятник, да, он, по-моему, не рад. Ладно, у него там свой собственный фермер сверху. Да? Ах, вот почему такой, он клюет тебя, Лео, он конечно, клюет! А что ему он еще делать? Тебя. Что ему еще остается, ладно? Ой, нет. Ладно, аккуратнее. Давай, вытащим отсюда этого парня, он слишком много места занимает, он думает, что этот курятник принадлежит только ему. Нет, старина, ты не прав. Все клюем его, все клюем, нет, он склевал меня. Меня тоже. Ладно, зато мы подняли бунт. Посмотри, у него осталось совсем мало жизни. Мы можем вернуться туда и доклевать. Да, побежай доклевывать его. Я парень. Посмотри, ладно, которого мы сюда в безопасную зону постоянно загоняли, он как-то немножечко грустный какой-то. Посидит, подумает над своим поведением. Это зона наказания. Так, здравствуйте, мистер Желтая Курица. Не ожидали? Да. А мы вернулись. А мы здесь, а мы такое, тут. Он расклевал нашего подписчика. Так. Лео, аккуратно, клюй его, клюй! Да клевываем, ладно, о нет! Да клевываем! Он слишком силен, как же он силен? Он убегает! Бежим, загоняем в угол его! Загоняем в угол, да! Конечно, он боится, он знает, что... Сейчас мы его доклюем, сейчас мы его, сейчас! Да, шикарно, вот, получай, парень! Его, кстати, доклевал тот чувак, которого мы постоянно загоняли в безопасную зону, так что я даже не знаю, хорошо это или плохо. Нет, Лео, подожди, мне за его заклевание этого большого парня мне дали, по-моему, 40 очков. Или да? Что-то вроде того. Ага, это круто, да. Это шикарно. То есть все, мы выгнали его с его этой территории, он, наверное, сидит такой, думает, нет, его нет. Нет, возвращается, Лео, он идет. Беги, Лео, беги. За мной бежал только что серый парень. О, господи, это же... Нет, склевал мою кукурузу. Он возвращается, он очень зол, он гораздо злее, чем он был до этого. Лео, я не могу понять, почему маленькая курочка так быстро бегает. А теперь она еще клюет меня. Она что, думает, что она такая классная? Сейчас ей покажу. Нет, маленькая курочка, ты не можешь меня клевать. Я большая курочка. Вот тебе курочка. В общем, ладно, не буду ее добивать. Я не бью маленьких куриц. Лео, яйцо! Желтое яйцо! Желтое яйцо! Все пытаются склевать. По-моему, да. Вы его склевали без меня. Ну ладно, ничего. По крайней мере, я его увидела. И теперь мы знаем, что яйца появляются тут сами по себе. Угу. Неплохо, неплохо. Но знаешь ли, о чем я подумала? Мне кажется... Ой, ты клюнул меня только что! Ой, извини, ладно, прости. Мне кажется, что эта ферма полна насилия. А курицы не должны так себя вести. И мне кажется, нам здесь не место, как хорошим котам. Да? Думаешь, нам нужно уехать на вот этом грузовике? Какой шикарный грузовик! Конечно, конечно, по-моему, это отличная идея. Только как туда забраться? Не знаю. А может, как-то друг по другу? Не знаю. Ладно, слушай, а курицы, они должны водить машину? У них вообще права есть куриной категории? У этих, я думаю, что да. Так, Лео, мы можем, по-моему, друг с друга запрыгнуть. Иди помогай мне, или я тебе. Да, давай. Смотри, так, вот постой, ага. А я попробую забраться.
Чуть-чуть, еще немножечко. Так, сейчас. А! Карабкайтесь на меня, говорит наш подписчик, да! Я пытаюсь, спасибо. Спасибо, старина. Так. О, да, Лео! Лана забралась наверх. Я на машине! Шикарно! Я на машине! Отлично! Я себя чувствую королевой курицы мира просто. А, так, можно вот сюда вот, или в кузов куда-то? Ребят, а вы там как, вы заберетесь? Да, ладно, заводи двигатель, сбрасывай лестницу, мы пока что попробуем своими силами, но если нет, то твоя помощь нам понадобится. О, да, подписчик уже залез наверх. Отлично, хорошо. В общем, котят, наш подписчик уже здесь, и мы убегаем с этой фермы насилия. Так что, Лео, давай забирайся. А вам, ребят, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующих видео, когда мы станем наконец-то свободными курами. Мяу. Свобода всем курам! О, да! Пока!